Приветствую тебя на канале, меня зовут Яна, и добро пожаловать в Horse Riding Tales. Итак, сегодня мы будем открывать сундуки, так как я состою сейчас в клубе. Да, меня пригласили в клуб, я снова приняла приглашение. Не знаю, чем это закончится, приключение наше, но могу открыть обычный сундук. К сожалению, мы не выбились в сотню чемпионов, но клуб очень маленький, конечно же, что же стоило ожидать. Ух ты, один жемчуг я получила. Так, и кажется... Нет, еще что-то. А, еще один билетик золотой мне дали. Отлично. Ого, в сундуке чемпионов-то у нас новинка. Угу, прикольненько. Ну, это уже потом в конце видео все рассмотрим. А, все новинки, которые были в обновлении. Тут шанс 4,5% и 1,8% на пони, розовый пони. Такой прикольный. Интересно было бы покататься. Кстати, я пони видела на игроках. Они так смешно смотрятся. Они такие малюсенькие, но прям очень маленькие. У меня там без прически моделька стояла. Угу. Рюкзачки можно, ну и питомцев, как обычно. Бонусный сундук тоже неплохой. Эх, ладно. Так, еще я хотела открыть сегодня сундук мероприятия. Я... По-моему, его прокачала до 4 уровня. Чуть-чуть мне не хватило до 5, или я только начала прокачивать 5 уровень. Я уже не помню, я на выходных прокачивала этот сундук. Да, я его прокачала... Так, это не тот сундук. Это новый уже сундук с новой игрой. Я его прокачала до 4 уровня. 2% вероятности выпадения Клайда. Ну, я думаю, что, наверное, мне не выпадет. Давайте посмотрим. Ух ты, это кто? А, это у нас песик. Я его даже сразу и не увидела, сразу и не заметила. У меня теперь новый питомец песик. Куда же мне их девать, этих питомцев? Так, окей, давайте сейчас соберем всех остальных с квестов. Угу. Так, что? Ой, ну, к сожалению, вот так. Когда я отправляю своих питомцев на квест, я не могу посмотреть рекламу. Чтобы добавить 7% шансов, я вылетаю сразу с игры. Кто-то мне писал в комментариях, что у кого-то тоже такой баг, не может посмотреть рекламу. То есть это просто катастрофа. Мне приходится постоянно перезаходить в игру, для того, чтобы у меня ролик запустился. И сейчас переставим, наверное, уберем пингвиненка и поставим нашего песика. Вот такой симпатичный щеночек хаски, наверное, да, очень сильно похож на хаски. И его рассмотрим. Ой, какой он маленький, он очень хорошенький. Да божечки-кошечки, как он мне нравится. Так, здесь я ничего добавить не могу. Хотелось бы, конечно, добавить на него эффекты какие-нибудь, но они такие дорогие, они по 150 гемов эффекты стоят. Но красиво все равно питомцы смотрятся с эффектами. С сердечками там, с какими-нибудь, или со снежинками, что сейчас актуально, да, поставить ауру снежинок. Было бы очень красиво, но копить гемы нужно для этого всего. Так, давайте поймаем какую-нибудь лошадку, может быть, чуть-чуть заработаем очки для клуба. Клубные очки нужно зарабатывать. Если кто-нибудь смотрит меня из участников клуба, давайте скооперируемся, давайте будем зарабатывать. На прошлой неделе я тоже так немножечко постаралась, я где-то 1700 очков, по-моему, заработала. Так, что у нас здесь на скидочке? А, на скидочке у нас вот такой жилетик. Давайте, наверное, его купим, он идеально подойдет к моей новой лошади. За 46 жемчуга, почему бы и нет. Со скидкой всегда приятно вещи приобретать. Вот такой теперь жилетик у меня будет. Давайте Деймоса сейчас оседлаем. Ну, не совсем, конечно же, тот цвет, который бы хотелось. Но, в принципе, неплохо. Хочется обходить в чем-то теплом теперь. После той маечки. В прошлом видео я не показала рождественских лошадей, очень надеялась, что они появятся здесь. Но, к сожалению, да, у нас сегодня было обновление, появились совершенно другие лошади. Это вот такой Клайд, который продается со скидкой за 1100 гемов вместе с амуницией и питомцем. Вот, и вот такая лошадь Виллоу вместе с питомцем, также с амуницией, стоит всего лишь 650 гемов. Если у кого есть гемы, то, конечно же, покупайте. Рождественские лошади, к моему большому сожалению, появились только в сундуке чемпиона. Их можно получить только там. Я думала, что, может быть, их добавят вот сюда, в мероприятиях. Но, опять же, здесь другой совершенно Клайд. Вот, и наша рождественская лошадь замечательная, с красивой амуницией в сундуке чемпионов. Но я состою в таком клубе, что чемпион нам и не светит.
Так, ну что ж, давайте теперь на них посмотрим повнимательнее, где у нас тут свист есть. Давайте вот сюда нажмем, допустим. Так, здесь надо будет отсортировать, да, наверное? Или так можно будет посмотреть? Ага. Вот такой красивый Клайд. С очень красивой амуницией. Можно так скрыть интерфейс, чтобы просмотреть его. Фриз. Мне безумно понравился фриз. Белоснежный, прям очень тоже красивый. Здесь почему-то у меня не прогрузилась текстурка. И у араба тоже не прогрузилась текстурка. Печально. Ну вот как-то так. Домашних питомцев можно приобрести, ну, по крайней мере, рискнуть. Вот в этом пакете 85 он стоит жемчуга. Здесь есть шанс выбить ивентового питомца. Вот, ну, ждать мы сейчас не будем, когда он здесь появится, потому что очень долго можно, очень много времени можно здесь провести. Давайте его посмотрим в коллекциях. То есть там не один питомец, там их несколько питомцев. Так, где у нас коллекции? Там у нас же есть коллекции достижения. И здесь можно будет рассмотреть повнимательнее домашних питомцев. Так, вот такой подарочек. Я не представляю, как это будет выглядеть. То есть подарок будет скакать за вами, да? Так, подарочек. Потом следующий у нас кто идет? Вот такой подарочек, зелененький. Угу. Так, два подарка рассмотрели, но кроме подарков здесь еще есть печенька, имбирный человечек. Так, еще здесь есть, это еще не все, еще есть вот такая елочка, которая тоже будет скакать за вами. Я бы хотела посмотреть на это зрелище. И вот такой снеговичок, а вот снеговичка я бы приобрела, да, если бы он просто продавался за жемчуг, не в пакете, да. Я бы его купила просто так. Я бы даже, наверное, заморочилась над тем, чтобы заработать этот жемчуг. Ну окей, наверное, все новинки уже рассмотрели. В социальном квесте я, кстати, тоже участвовала. Здесь ничего не поменялось. Такие же коробки, там грибочки собираем, как и собирали. То есть не было такого обновления, как они сделали на Хэллоуин, где мы собирали конфетки, да? Здесь можно было бы тоже что-то добавить, что-то вроде подарочков или снежков, но нет, разработчики решили эту затею, видимо, оставить или вообще, может быть, про нее забыли. Надеюсь, вам понравилось это обновление, надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Hearthriding Tales. А с вами была Энита, и увидимся в новых роликах.